Короче, здравствуйте, вот мы снова в ГД, я Дон Кихот, как сказал Титан, и спасибо, я прям не знал, кем представиться в этом видео, потому что, господи, я чувствую себя снова как дома, это офигенно. В общем, в этом видео я попробую пройти Extreme Challenge рулетку. Декоди снял офигеть какое интересное видео, которое вы можете посмотреть по ссылке в закрепе. Реально, это мое, наверное, самое любимое видео, которое я видел у Декоди. И все? Это были 12%? До этого не особо был знаком с этим списком челленджей, но сейчас пришло время с ним познакомиться, и это какая-то жесть. Я замотивировался и понял то, что я могу показать там даже лучшие результаты, чем он, потому что все-таки челленджи это волна в основном. Ну а я, как вы знаете, на волне играю достаточно хорошо. Все, сейчас я буду использовать не рулетку как Декоди, потому что ее очень долго составлять. Я буду использовать рандом ОРГ и будем бидать мейн лист, то есть с 1 по 75 челлендж топе, а не все, которые просто есть в этом листе. Все, тут есть челлендж лист, который добавили в мегахаке, и мы будем его использовать для подсчета. И уже сейчас мы направимся в рандом ОРГ. Кстати, мини-дисклеймер, не удивляйтесь, что у меня многие челленджи будут записаны как 100%, потому что, черт возьми, я их с ноуклипа курсе играл и случайно их прошел, в общем-то, да. Сейф мод забыл включить. Итак, все, мы находимся в рандом ОРГ. Так, 1 до 100 нет, 1 до 75 вводим, и нужно убрать вот эти куки-файлы в углу, а то они не мешают, и как раз-таки выбрать наш первый челлендж. 71, отлично. Хотя лучше бы вначале выпадали какие-нибудь топовые челленджи. Итак, идем. Ориентироваться будем по вот этим цифрам вверху, и нам на последнюю страницу 71. Ингровн туннель 2, причем. Нормально. И по сути все, мне нужно было сделать хотя бы 1%, и я сделал по сути один клик и сделал 2%. Все, идем дальше. Итак, сейчас, как вы поняли, нужно будет набрать минимум 3% на следующем челлендже под номером 1. VSC! 3% VSC, вау! Поздравьте меня, я наконец включил музыку в ГД, заходим в VSC, нужно пройти один клик, получается погромче. Один клик. А не, 0 клика, все, 3%. Итак, следующий челлендж, на котором нужно 4%, 56, да изи. Так, нам получается на 5 этаж, на 5 страницу, ой, так, перебор, 51, 52, 53, 54, 55, 56, а, я в это играл, это изи, 4% там вообще фри, давайте с одной попытки просто, с одной. 10, господи, ой, это плохо. Ведь теперь на каком-то челлендже нужно будет не 5%, не 6, и даже не 8, а 11. 11% на топ-17 челлендж, о, господи. Так, я что-то не понял, топ-17 это чё? Да, это Shell Death. Так это изи, тут в начале авто, господи. Кстати, я ради вас сделал свой голос погромче, а клики максимально потише, прям как у Титана. Это офигенно. Я, наконец-то, поставил правильный микрофон. Все, заходим в уровень. 17% на топ-17 челленджа, а теперь 18 на топ-12. О нет, это, возможно, что-то жесткое. А, не, отбой, это Gloom кораблик челлендж, самый сложный челлендж на кораблике, у меня на нем 23 есть, 18 поставим. <звы> 24, этот кораблик мега удобный, всем советую. А дальше топ-50. Блин, мне почти за акро челлендж выпал, господи, я его прошел, я бы на нем легко рекорды поставил, капец. Но мне выпал The Alpha Den, а нет, просто Alpha Den, от русскоязычного креатора Бьянка. Нифига себе. Да блин, короче, это не очень сложный челлендж, он консистенси, но блин, тут нет D-блоков, вот тут. Жесть. Капец, я тут уже сижу, наверное, минут 5. Но это уже жестко. Топ-50. 500 попыток. Нет, ну мне явно везет намного больше, чем Декоди. Топ-7 челлендж. Больше, чем 34%. Это ГГ. Стойте, так это Деурум. Это Деурум, который я еще и с ноуклипа Куриси тренил. Там начало. Там фейв начинается на 33. Я везунчик. Что? Вот видите, 30. Так мне что, один клик сделать? Два клика, потому что 34 было на прошлом.
38 чертовых процентов. Я все еще играю в рулетку экстрим челленджей. Блин, экстрим челлендж рулетка мега фановая. Топ 20 челлендж больше чем 38%. Я обожаю рулетки, теперь я хочу в них постоянно играть. Итак, топ 20 челлендж. Да ладно! Я же это проходил! Была команда сосать. Это надо дабл-клики полностью пройти, чтобы поставить 38. Погодите, дуал же заканчивается уже на 38. Что? Я пройду рулетку? Что? Что?